Кто-нибудь, а знаете, как кровь капает? Ой, смотрите, вот дырка-то. Пойдем, Асли, пойдем. Оставь ты это в покое. Пойдем. Пойдем. Ой, говорит. Ты моя хорошая. Давай, быстро. Нет, туда не буду пихать. У тебя теперь вольер большой. Обиделась. На людей обижается, да? Тонь, все, больше тебя мучить никто уже не будет. Все достали. Тонечка. Зайка. Кровь еще, да, течет? Ну, капает, да, он как. Она же погрызла этот... Бранд, да, слив воды. Она голодная, она есть хочет, конечно. Давайте ее вот сама яблоко, груши заманим. Перегонку, да. А Потапа выпустим. А ты хочешь, чтобы она там? Да. Ну, чтобы она пошла. Только спроси у Тани, можно ли ей? Она у крыльца у того. Я подводил. А. Давай, приводим. А может быть, все-таки ей оставить? Да я бы дал ей что-нибудь. Ну, немного только. Челюсти. Ну, яблоки вообще так, вон травку жуют. Вон, мы траву жуем, да? Вон, мы молодцы жуют, какие. Конечно. А? Ну, у нее попа вообще не держится, падает. Ну, она, это нормально, пусть нарко. Но да. Тоже это, пусть это, когда лечили. О, видишь, ты как Потапыч, никто не учил. Да, она и до этого. У Гималайца кто все насаждение там сожрал. Ну, все нормально будет. Да, аппетит хороший. Давай лапку. Давай лапку. Давай, Машка. Давай. Не бойся, не бойся. Не бойся, мой хороший. Не бойся. Все. Все позади, все. Все позади. Вот и губастые ты. Губки бледные. Бледные губки. Мы крови потеряли много. Скажи, зубилом долбили, да, кости ломали. У нас цепь вросла даже между косточек, пришлось косточки ломать. Да у тебя сил-то нет. Тянешь.